Всех приветствую, продолжаю рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Денис Кальвар, фламандский художник, родившийся в Антверпене, который большую часть своей жизни провел в Италии, где был известен как Дионисио Фламинго или просто Фламинго. Кальвар был глубоким знатоком архитектуры, анатомии и истории. Его работы отличаются сложной композицией колорит. Хорошо известен своими рисунками и небольшими росписями на медь. Некоторые из его наиболее известных работ включают его исполнение Вознесения Христа и святой Иоанна Крестителя в пустыне. Родился около 1540 года, данные из Википедии. После изучения пейзажной живописи в течение некоторого времени в своем родном городе учился у Кристиана ван Квикборна. Затем он отправился в Болонью, где и учился у Проспера Фонтана. Его картины приобрели маньеризм фламандского искусства. В 1572 году переехал в Рим, где помогал Лоренцо Саботини в его работах для папского дворца Ватикане и посвящал большую часть своего времени копированию и изучению работ Рафаэля Санса. Вернулся в Болонью, основал свою студию. У него было несколько выдающихся молодых учеников, в том числе Гвидо Рени, Джованни Батиста Бертузио, Франческо Альбани и Доминикин. Кальвар обычно использовал технику светотени для установки стилизированных фигур переднего плана, заимствованных из Кареджа, на фоне пейзажей Северной Европы. Его использование цвета также отражает влияние Федерико Бароччи. Продолжая придерживаться маньеристской эстетики на протяжении всей своей карьеры, Кальвар внес значительный вклад в развитие стиля классицизма, который стал характерен для болонской школы живописи начала 17 века. Его основные работы можно увидеть в Болонье, во Флоренции, Парме, Кальве. Некоторые из его картин были утеряны во время Второй мировой войны, и поэтому сохранились только его афорты с этими произведениями. Многие из его работ выставлены в Национальной художественной галерее Болоньи. Другие картины и рисунки Кальварта можно найти в Лувре, музее Метрополитен, в Британском музее, в музее Прадо, в музее галереи Гринвилли Южной Каролины. Умер художник 16 апреля 1619 года в возрасте 79 лет в Болоньи. Вот так вкратце из переводной Википедии о фламандском художнике Денис Кальвар. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.